Suara, Szabó. Orosz nyelvkönyv kezdők számára. Hanganyag. Четвертый урок. Где живет семья Мольнар? Семья Мольнар живет в городе. Дедушка и бабушка живут в деревне. В городах большие, высокие дома. На улицах и площадях большое движение. В деревнях небольшие, низкие дома. Дом, где живет семья Мольнар, на площади. Это большой дом. В доме наверху и внизу квартиры. Вот другое здание. В здании наверху квартиры, а внизу магазины. Квартира, где живет семья Мольнар, тоже наверху. Это красивая, большая квартира. Какие тут комнаты? В квартире небольшие, но уютные комнаты. Спальня, столовая и рабочая комната. Тут есть и передняя, кухня и ванная. В комнатах везде простая, но красивая и удобная мебель. В кухне тоже хорошая мебель. Столовая – это комната, где семья завтракает, обедает и ужинает. Родители и дети завтракают и ужинают дома. Мать и отец работают в городе и редко обедают дома. Отец – механик, он работает на заводе. Мать работает в магазине. Они обедают там, где работают. Направо рабочая комната или кабинет. Это светлая комната. Тут можно хорошо работать. Отец любит работать в кабинете. И дети любят тут работать. А вот другая комната. Это спальня. Это уютная комната. Кто спит в спальне? В спальне спят родители и Елена. А где спят другие дети? Павел и Петр спят в кабинете. Кто дома? Бабушка и Елена дома. Они в спальне. Что они там делают? Они отдыхают. Тут стоят диван и кресло. Бабушка любит тут сидеть и отдыхать. И теперь она сидит на диване и слушает радио. А что делает Елена? Она сидит в кресле и читает. Olvasási gyakorlatok. Olvassuk az új szavakat. Движение, магазин, квартира, мебель, передняя, ванная, спальня, кухня. Удобный, удобная, удобное. Передний, передняя, переднее. Рабочий, рабочие. Хороший, хорошие. Большой, большие. Другой, другие. Простой, простые. Уютный, любить. Завтракают. Обедают, ужинают, работают, стоять, спят, любят, сидят. Gyakoroljuk a kemény és ládmással hangzó kiejtését. Б. Автобус, удобный, мебель, автомобиль. В. Вот, живут, везде. Живет. Г. Магазин, город. Д. Сады, дом, удобный. Впереди, в городе. З. Здание, позади, магазин, в вазе. К. Комната, окно, на столике. На потолке. Л. Пол,
Площадь, лампа, улица, спальня, ли. М. Магазин, дом, в доме, семья. Н. Красные, удобные, здание, передний. П. Потолок, направо, впереди, на лампе. Р. Трамвай, другой, деревня, кресло. С. Сад, красный, красивый, семья. Т. Автобус, простой, квартира, в комнате. Ф. Шкаф, шкафы. Х. Хороший, наверху. Ügyeljünk a máshol hangzók helyes kiejtésére. Низкий, завтракать, редко. Город, сад, площадь. В комнате, в кабинете, в кресле, в кухне, в спальне. Ügyeljünk a Zs, S, C és Cs, Sz, J másolhangzók helyes kiejtésére. Тоже, желтый, живет, движение, ужинать. Шкаф, бабушка, большой, широкий, хороший, хорошее. Улица, улицы, на улицах, на улице. Что? Лампочка, рабочая, рабочий, ученица, читает. Площадь, трамвай, красивый, зеленый, большой. Harmadik gyakorlat. Красивый дом. Красивые дома. Красный автомобиль. Красные автомобили. Уютная квартира. Уютные квартиры. Новая книга. Новые книги. Удобное кресло. Удобное кресло. Зеленое поле. Зеленые поля. Синий автобус. Синие автобусы. Синяя ваза. Синие вазы. Передний дом. Передние дома. Передняя комната. Передние комнаты. Переднее здание. Переднее здание. Высокий дом. Высокие дома. Широкий стол. Широкие столы. Хороший шкаф. Хорошие шкафы. Рабочая комната. Рабочие комнаты. Хорошее здание. Хорошие здания. Хорошее слово. Хорошие слова. Хорошее зеркало. Хорошие зеркала. Другой дом. Простой стул. Большой город.